Здравствуйте, друзья! Послушайте стихи Роберта Рождественского. «Вернуться б к той черте, где я был мной, где прилипает к пальцам хлеб ржаной, и снег идет, и улица темна, и слово «мама» чаще, чем война. Вернуться в той черте, где я был мной, где все впервые, светлый дождь грибной, который по кустарнику бежит, и жить легко, и очень надо жить. Вернуться в той черте, а где она, какими вьюгами заметена». 15 марта, четверг. В Краснодаре пасмурно, но по-весеннему тепло. Утром от плюс 8 до плюс 11, днем 13-14 тепла. Вечером 9-12 выше нуля. Ночью 7-8 со знаком плюс. В Тамане тоже пасмурно. Температура утром плюс 6, плюс 7, днем 7-8 тепла. Вечером 6-7 выше нуля. Ночью 4-5 со знаком плюс. Температура воды в море плюс 8 градусов. И снова стихи Роберта Рождественского. «Станет море звеня, океаны за ним, зашатает меня вместе с шаром земным, а уснуть захочу после долгих погонь, я к тебе прилечу мотыльком на огонь. Пусть идут, как всегда, посреди мельтешни, очень быстро года, очень медленно дни». Спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросервка». Монтаж отличной квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. Телекомпания «Краснодар» и Анатолий Тычков. Желаем вам хорошего настроения.